Мужчина, просыпайтесь. Соня, завтрак готов. Ну давай, 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 открывай глазки. Вам кофе в постель или в чашку? Лучше все-таки в чашку. Доброе утро. Нет, ну как-то кофе в постель, это, по-моему, придумано киношниками. Все равно, что балет на льду или хоккей на траве. Ты такой неромантичный? Да. Угу. Спасибо за кофе, очень вкусный. Не за что. Почему ты так смотришь на меня? Мне одна моя хорошая знакомая как-то сказала, есть вечная любовь, в глазах ее ищите. Не нужно искать. Она здесь. Пожалуйста, скорее. Кира. Так, что случилось? Там. Ну? Помоги мне, там ребенок. Пойдем. Он лежит и не дышит. Спокойно. Он захлебнулся водой. Давай быстрее. Делала пойдем. Искусственное дыхание, но он все равно не дышит. Уважаемые пассажиры, добрый день. Добрый день, уважаемые пассажиры. Рада приветствовать вас на борту нашего корабля. Наш полет проходит нормально на высоте... Катюша! Что-то мне подсказывает, что ты волнуешься. Не бери ничего в голову, а лучше принеси на минеральной водичке. Пожалуйста. Вот вам легко говорить, Егор Александрович. У вас сколько полетов за плечами? Даже боевые. А у меня первый. Вдруг я что-нибудь перепутаю? В нашем деле главное не перепутать спасательный жилет с кислородной маской. Скажите, и вообще, пассажиры утонут в своих бездонных глазах, а мужчины забудут, в какой город и по какому поводу летели. Так что отставить волноваться немедленно. И вообще, был бы я лет на 20 помоложе. И что, было бы интересно? А, Егор Александрович? Не слушай его, дочка, ничего бы не было. Пап, я в курсе. Вот я Аньке расскажу, что ты к девчонкам клеишь. Вот так вот, имей добрых верных друзей. Сдадут, даже не покраснеют. Ну что? Да. Яблони и груши. Все будет пучком. Не волнуйся, прорвемся. Я пошел. Есть. Так, приготовьтесь. Добрый день, уважаемые пассажиры. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать. Рады приветствовать на нашем корабле. Добрый день. Проходите, пожалуйста. 3-4-7. Привет. Здравствуйте. Рад вас видеть. Здравствуйте. Второй салон, места возле окна. Проходите, проходите, пожалуйста. Идите. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ты видела, какой живот? Здравствуйте. Не хватало, чтобы в воздухе еще начала рожать. Здравствуйте. Здравствуйте, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый день, проходите. Первый салон. Ой, я тебе достану водичку, будешь пить? Проходите. И сейчас. Полагайтесь, пожалуйста. Ваши места во втором салоне. Давайте я вас провожу. Катюш, я пошла к себе. Здравствуйте. Рада вас приветствовать на борту нашего корабля. Проходите. Здравствуйте. Девушка, мне очень неудобно, но у меня к вам огромная просьба. Да. Здравствуйте. Вы видели, в каком положении моя жена? Угу. Я понимаю, что это нарушение ваших правил, но супруге нужно в туалет. Восьмой месяц, у нас почки шалят. Не откажите. Да. Она быстро. Да, конечно, только чтобы никто не видел, хорошо? Хорошо. Угу. Спасибо. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Рад приветствовать вас на борту нашего корабля. Осторожно.
На ближайшие 2 дня по Москве дождь и шквальный ветер перейдет, так что вряд ли нам. С Катюхой удастся по Красной площади побродить. Представляешь, она из этой Москвы от рейса в Турцию отказалась. Дуреха. Слушай, я тебя прошу, сколько еще таких рейсов будет? Но саму бродить не отпускай, даже если под дождь захочет. Сразу рядом рисуется какой-то москвич. А зачем нам кацапы в родственниках, а? Нам кацапы в родственниках не нужны. Правильно я говорю? Это точно. Не-не, я свою дочку в рабство кацапам не отдам. А был бы твой Серега пообщительный, давно бы породнились и свадебку залудили. Петр Калиникович, Егор Александрович пусть сам сначала женится. Это точно. Он стесняется. А что, Анька, ни в какое, да? Да все Серегу стесняется. И она стесняется. 10 лет одно и то же. Причем все мы знаем, что все мы все знаем. Детский сад какой-то. А ви украдите. Вещок на голову и в сад. Да я думаю, все малой кровью обойдется. У Сереги появился личный доктор. А зачем ему? Он же сам доктор. Ничего себе. Она врач. Она же барышня. Она же соседка. Полечная клетка. Она же дама сердца, я так понимаю. 3 месяца шуры-муры крутят. Надеюсь, наконец поженится. И ты молчал, как партизан, да? Боялся сгладить. Она старше его и с ребенком. Думал, Анюта может на дыбы встать. Ну, так, все обошлось. Вроде ничего. Ну что ж, я начался с хорошей новости, да и не с одной. Надеюсь, так и закончится. Уважаемые пассажиры, убедительная просьба занять свои места. Командир корабля включил табло «Пристегните ремни». Ловца и зверь. А, какие люди без охраны. Привет, Светочка. Привет. Ну, не сердись, столько не виделись. Раньше не мог, дел полно. А ты чего так рано? И где Кирочка? Я не сержусь совершенно. А рано, потому что куча работы. А Кирочка с соседкой. Я договорился, она отвезет ее в детский сад. Отчет принят? Ну, не заводись. Давай, поднимемся к тебе. Я соскучился. Я не соскучилась. И нам продукты не нужны у нас. Правда, холодильник полный. Прости, пожалуйста, я опаздываю. Я подвезу тебя? Я на маршрутке. Значит, это правда? Что именно? Что у тебя терки с каким-то врачом. Не думала, что ты опустишься до уровня сплетен. Сплетни? Ему 28, зовут Сергей Сажнев. Продолжать? А вот это тебя не касается. Ошибаешься. Ты мать моего ребенка, и я не могу позволить, чтобы ты… За дочку спасибо, но вот остальное – это моя личная жизнь. Светочка, я не ослышался? Твоя личная жизнь? Твоя личная жизнь – взять пакет сейчас и отнести его домой. Поняла? Быстро. Спасибо, Антон. Я позвоню. Поехали. Ты проснулась? Мы тебя разбудили. Иди скорее. Нет. Ты видишь, у нас Горша немножко заболел. К нему доктор приехал. Очень хороший доктор. Доктор и болит. Вот, а то Горша плакал, а теперь все будет хорошо. Полежишь немножко? Все, давай, дружище. Лежи, отдыхай. Хорошо?
Хорошо. Ты ко мне приходи сразу. Ну что, как он? Нормально. Легкие, чистые, дыхание равномерное. Вы профессионал в оказании первой медицинской помощи. Да я со страхом. Полиночка, делайте укол. Да, Сергей Сергеевич. Ну что, наша помощь здесь больше не нужна. Не бойся, это не бойся. Я боюсь. Так. Для профилактики вашему сыну нужно как можно больше положительных эмоций. Рецепт на столе. Не бойся, сейчас будет укус комарика. Да, Сажнев. Не могу говорить. Я вам перезвоню позднее, я сейчас на вызове. Всего доброго. Сергей Сергеевич, я жду вас в машине. Да, сейчас подойду. Пообещаю, что не пойдешь в военное. Но если с тобой что-то случится, я в ту же минуту умру. Стань лучше врачом. Ну, чтобы наши детки не стояли в очереди в поликлинику. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуй, Кира. Узнала. Сколько лет, сколько зим? 11. Хотя нет, я видел тебя недавно. А где видел? В агентстве. По трудоустройству. А чего же не подошел? К тебе подошел твой муж. Обнял тебя. Няню, наверное, искали. А вы? И я. И ты тоже? Да. А где твой муж? Да он... Он в Праге, у него там бизнес. Ясно. Значит, у тебя мальчик и девочка. А у тебя? Да мы сейчас не обо мне. Ты счастлива? А ты? Я очень. И я очень. Видишь, как все здорово сложилось. Да. Здорово. Ну что, рад был тебя видеть. И я тебя. Пойду. Я очень рад за тебя, Кирюша. И я за тебя очень. Сергей Сергеевич. Пока. А сейчас вам будут предложены прохладительные напитки и карамель. Вода, пожалуйста. Вот ты дождалась. Наконец-то хорошо. Вода? Нет, спасибо. По блату могу предложить апельсиновый сок. Нет, спасибо. Вода, пожалуйста. Берите конфетки. Вода, пожалуйста. Всем оставаться на местах, это захват! Слышишь, что я быстро отпустил девчонку? Ты, а ну сел на место, быстро, а то я размажу ей все мозги по салону. Еще у нас есть взрывное устройство, Назира! Назира! Одно неверное движение, все взлетят на воздух, ясно? Звони. Звони отцу. Скажи, что если он не выйдет сюда и не примет наши требования... Он может с тобой прощаться. Откуда вы знаете? Ты оглохла? Давай, звони. Да, товарищ командир, воздушный патруль. Да, доченька. А что с голосом, Катюш? Девчонки рассказали, что в Москве дождь, да? Вот балдухи. Бабье. Да перестань, под зонтиками погуляем. Папа,
нас захватили. Слушай меня очень внимательно, командир. Увязка твоей дочери, дуло пистолета. Если ты не выйдешь сюда через минуту и не выполнишь наши требования, ты можешь с ней попрощаться. Время пошло. Егор Саныч, принимайте управление. Командир, не горячись. Какой к черту не горячись? У меня там 150 человек. Еще там твоя дочь. Я знаю, и что? Сам понимаешь. Думаешь, не справлюсь? С эмоциями. Так что на переговоры однозначно пойду я. И не потому что ты трус, а потому что если бы на месте твоей яблони и груши была бы, не дай бог, моя Таня, ты бы тоже меня не пустил, а пошел бы сам. Твою мать. Так что, Петя, давай, снимай рубаху с погонами. Если вдруг чего, а этого чего, разумеется, не будет, вы Анюте передайте, что обручальное кольцо в комоде лежит. А то, черт знает, может что подумать. Пошел я. Стоять! Стоять, сказал! Не знаю, кто вы и как вас зовут, но мы выполним все ваши требования. Если вы отпустите стюарда. Здесь требования выдвигаю я. Ты кто такой? Командир воздушного судна, пилот международного класса Петр Краснов. Отпусти дочь. То есть ты утверждаешь, что она твоя дочь? Нет, я ничего не утверждаю. А что здесь утверждать? Белое оно. Белое, черное, черное. Ты мне зубы не заговаривай. Голос-то не похож. А ну быстро, говори, как тебя отец называет, кроме имени. Ну, быстро, а то твои мозги запачкают весь салон. Назира. Твоя очередь. Твоя очередь. Яблони и груши. Как в песне про Катюшу. Значит так. Наши требования заключаются в следующем. Когда мы приземлимся в Москве, на борт должны будут подняться наши братья, приговоренные у вас к смерти. Это ясно? Обязательно. Отпусти, пожалуйста, дочь. Все, Катюша, все хорошо, все. Еще мы требуем 5 миллионов долларов, дозаправку самолета в Москве и зеленый коридор. Куда? Куда? Узнаем, когда будут выполнены наши первые требования. У меня к вам встречное предложение. Вы можете по связи связаться с землей и высказать им напрямую свои требования. Этот сработает быстрее и надежнее. Пойдем. Руки.
Здрасте. Добрый день. Как у нас дела? Что новенького? Там Мила ждет. А, Мила? Да. А у нас сколько клиентов сегодня было? Очень хорошо. Работаем, девочки. Привет. А я звонила тебе вчера весь вечер, всю ночь. Чуть ты даже к телефону не подходила, а? Привет, Мила. Видела Костю? Видела. И что он сказал? В общем, прости меня и Костю. Мы решили жить с Костей вместе. Вместе? С моим Костей? Почему это с твоим? Почему это с твоим, Мила? А с чьим? Когда он был с тобой, он был твой. Извини. А сейчас он с тобой, значит, твой? Продолжай. Не буду. Не буду. Тебе кажется, это нормальным? Ты входила в мой дом, ела со мной за одним столом, крестила моего ребенка. Я тебе доверяла, Оль. Как самой себе. Только не надо. Не надо давить на жалость. Я столько лет прикрывала тебя. Я наблюдала, как ты изменяешь Косте, как ты ни во что его не ставишь. И я видела, как он несчастлив с тобой. А с тобой, значит, он будет счастлив? Да, будет. Уверена. Это почему же? Потому что я его люблю. И всегда любила. Всегда. А он тебя? Знаешь, я не хочу с тобой обсуждать это. Не хочу. Я хотела, чтобы все было честно и прозрачно. А если тебе что-то не нравится, можешь уходить. Бог тебе судья, Ольга. Завтра я выхожу на работу. Через 5 минут прибудут специалисты. С людьми все нормально. Уже все эвакуированы. Ты как? На букву «Х». И буква эта не слово «хорошо». А если честно, рука занемела. Иди. Здесь решение принимаю я. Ты забыл, кто командир корабля? Давайте-ка, Петр Калиникович, обойдемся без ложного героизма. Вы мне начинаете надоедать. Ну, смотри. Егор Александрович, я рядом. Хорошо, Петр Калиникович, я вас понял. Петь, реально надоел. Вали. Мне надо вот с девушкой поговорить. По душам. Страшно? Очень. Тебе сколько лет, дочка? 19. Зачем тебе это все? Ну зачем? Выхода не было.
Мой жених погиб. Я только потом узнала, что беременна. Позор на всю семью. А его старший брат Абас, у которого вы... Он мне сказал, что я должна отомстить за любимого. Даже если погибну. Лучше бы я погибла. Дурочка. Ну что ты такое говоришь? Ты теперь не одна. Теперь тебе о нем надо думать. Понимаешь? Кто там у тебя? Знаешь? Мальчик. Мальчик. Имя придумал? Нет. Знаешь, если все хорошо закончится, назови его Егоркой, а? Егором, если живы останемся. Если? Шучу. Все будет хорошо, поверь. Хотя, по правде говоря, руку уже не чувствую. Поэтому главное не двигаться. И Егорке тоже запрети толкаться. Договорились. Ребят, спасибо. До свидания. Доктор Сажнев. Светлана Игоревна. Доброе утро. Здравствуйте. Что-то случилось? Нет, все отлично. Какой же ты врун. Пойдем, пройдемся. Еще час до планерки. Пойдем. Ну, рассказывай, что? Ничего. Сначала ты скажи, что с настроением. Все хорошо. Ну, если это хорошо, то что тогда плохо? Обстоятельства моя приезжала, Кирочкин отец. Час назад. Теперь ты. Что? Опять. Впрочем, ладно. Хочешь, говори, хочешь, не говори. Это исключительно твоя жизнь. Хорошо. Я тебе говорил, что у меня тоже есть одно обстоятельство. Но давай об этом не будем. Пожалуйста. Опять не будем. Ну, хоть имя у твоего обстоятельства есть? Ты меня не слышишь. Слышу. Давай сядем. Давай сядем. Мое обстоятельство зовут Кира. Кира? Вот оно что. Странно. Я понимаю. Я должен был тебе все рассказать раньше. Извини. Мне казалось, вы нашли общий язык. Да. Что ж, я должна поставить все точки над «и». Какие точки? Кира для меня самое главное в жизни. И она всегда… Подожди. Слышишь, всегда. Будет подожди, со мной. Я не понимаю, о чем ты говоришь. При чем здесь Кирочка? А при том, что я всегда верила, что если мужчина любит женщину, то он полюбит ее ребенка. Все. Сереж, пожалуйста, подготовь мне отчет сегодняшнее о дежурстве и можешь идти отсыпаться. Свет, подожди, ты неправильно все поняла. Правда? Уточни. Так звали мою первую любовь. Что? Твою первую любовь звали Кира? Да. Ты что, шутишь? Я был у нее на вызове 2 часа назад. Ты сейчас от нее? И ты до сих пор ее любишь? Любил. Врешь? Не вру. Все было и давным-давно прошло. Не верю. Света, не ревнуй. У нее муж и 2 детей.
скажи, а что ты почувствовал, когда я ее увидел? Столько же лет прошло. Я не очень любопытная. Я видел ее недавно. Когда? Помнишь, мы с тобой ходили в агентство? Да, но вы поговорили? Нет. Прости за этот опрос пристрастием. Почему? Я не подошел к ней. Почему? Сначала не мог поверить, что вижу ее. А потом к Кире подошел ее муж. Обнял ее, посадил в машину, и они уехали. Вот и все. Пошли. Пойдем. Так вот почему ты себя так странно навел. Свет, я не хочу больше об этом говорить. Так вот почему ты предложила мне этот странный замуж. Света, не усложняй. Я тебе уже сказал, все это было в прошлом. Да ты что, в прошлом? Видел бы ты себя сейчас со стороны. А что во мне не так? Ира, ау. Ау. Ты чего такая грустная? Давай еще ложечку съешь, ладно? Ам? Нелька, зачем ты сюда это все притащила? Перебираем гардероб. Пора избавиться от устаревших моделей. И нечего хихикать. Игра, ты совсем не занимаешься собой. Это кто сказал? Мама сказала, если тебя привести в порядок, можно пристроить. А папа сказал, что ты нам пригодишься. Я солидарна с папой. Ёлка. Ну тихо, привет! Тихо, не брыкайся. Привет. Так хорошо, что ты пришла. А тебя, Гошка, едой мучают? Привет. Ну? Что, козлята, как вы тут? Меня сегодня скорая спасала. Да ты гонишь. Не-а, а Ирка так орала от страха. Умора. Ясно. Давай. Малыши-карандаши, тусуемся здесь, а я пока пойду поговорю с нашей няней-спасительницей. Жду тебя у себя в комнате. Я вас люблю. Пока, Вёлка. Пока. До встречи. Сейчас подхалимничать будет. Она всегда так. Иди быстрее, пока не разозлилась. А пусть злится. Ира, что ты такое говоришь? Тебе нужны неприятности? Это какие такие неприятности? Виола, если разозлится, тогда зачинит, что ты меня хотела утопить. Ну и ладно, вы же скажете, что это не так, правда? Не-а, ты у нас ненадолго, а Виола наша сестра. Хорошенькое начало дня. Привет. Егорушка, по какому случаю букет? По поводу сватовства. Из-за этого ты в Москву не полетел? Хочу сделать тебе предложение. Делай. Пожалуйста, будь моей женой. Давай проживем длинную и очень счастливую жизнь. И умрем в один день. А? А давай не будем умирать. Давай будем жить вечно. Это значит, да? Это значит, пойдем в дом. Всем привет. Привет, Юля. А что у вас здесь происходит? Ах. Картина «Сватовство майора». Замечательная картина. Угу. Рад за вас. Спасибо. Горько.
Сереж, мой руки. Сейчас будем празднично завтракать. Празднично. Егор Александрович, мам, я правда за вас очень и очень рад. Ну, валюсь с ног, пойду посплю, ладно? Послушай, может, мы что-то не так сделали, а? Ты это из-за нас? Мам, не говори глупостей. Просто было очень тяжелое дежурство. А вы молодцы. Вот надо было именно сегодня, а? Отставить разговорчики. Ну, ты видел его глаза, а? Он действительно расстроился из-за нас. Ты сама себя слышишь? Посмотри на человека. Ему отдохнуть надо. И вообще, невеста, идем кормить жениха. Жених. Зиночка, я Светлана Игоревна, быстро. У меня катастрофа. Светлана что? Игоревна, у меня 6 карточек коммерческих вызовов, все без подписи. 5 из них бригада Веселовского. Поймите меня, каждый раз одно и то же. Что мне с ним делать? Веселовскому веселье, больницы расхлебывать. Хорошо, он получит взыскание. А 6-я чья? 6-я бригада Сажнева. Даже не знаю, с ним это впервые. Может, не стоит обращать внимание? Что-то ну, что странное. Мне теперь делать, скажете? Обзванив всех этих людей, проситься к ним ехать? Давайте нагрузим Веселовского. Пусть он звонит, пусть он выслушивает все эти гадости. Пусть он подъезжает ко всем этим людям. Пусть его не пускают в дом, на порог. Сильный мира сего. Ненавижу его, понимаете? Зиночка, знаете что? Дайте-ка эти карточки мне. Давайте, 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 милая. Я сама позвоню всем клиентам и принесу им свои извинения. А вы идите в регистратуру. Светлана Игоревна, это очень неудобно. Светлана Игоревна. Нормально. У меня будет повод познакомиться с клиентами, а заодно устроить взбучку Веселовскому и Сажневу. Блеск, только Сажнев же такой правильный. А Веселовскому давайте. Зиночка. Я все понял. Я подумаю. Я все слышу! Рама, Гоша! Рама, мыла мама! Гоша, не говори глупость! Рама, мыла мама! Алло, слушаю. Ира, неси соль! Иду! Гоша, продолжай читать! Я решил сварить варенье! Дура. Так, и у доктора карточку свою оставите, она мне тут не нужна. Все нормально, да. Зиночка, я... Да, Светлана Игоревна. Переоценила свои возможности, и у меня сейчас консультация. Дозванивайтесь сами. Конечно, хорошо. Да, и Веселовского, пожалуйста, посылайте смело вместо себя за подписями. Хорошо. Вне рабочее время, без служебного транспорта. Будет возмущаться ко мне, хорошо? Обязательно. А доктора Сажнева? А Сажнева посылать? Сажнева? Да. Сажнева. Ну, думаю, мы его простим на первый раз. Ты же сама говорила, что это на него не похоже, да? Нет, нет, не похоже, знаешь, да. Поезжай сама. Будет повод стребовать с него шоколад. Заказываем ну, швейцарский. Конечно. Конечно. Здравствуйте. Фамилия ваша как? Если ты думаешь, что я боюсь, что ты настучишь предкам, так мне начхать. А чего позвала тогда? Сказать это тебе. А я услышала. Что-нибудь еще? Так ты настучишь? Зачем спрашиваешь? Интересно. Ну так интересно или начхать? А ты непростая. Так что? Знаешь, а ты мне нравишься. Я не настучу. У
У тебя есть одно желание, чтобы я его исполнила. С чего бы это? Ненавижу долги. Смешная ты. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это вам звонят из больницы скорой помощи. Я прошу прощения, да. Утром от вас был вызов. А. Игорь Гришко, 7 лет, асфиксия. Алло, это госпожа Гришко? Игорь Гришко, ваш сын? Это мой, да. Вы знаете, у нас все хорошо, спасибо. Скорая приехала вовремя. Госпожа Гришко, я рада, что у вас все хорошо. Но дело не в этом. У нас возникла небольшая проблема. А какая, простите, проблема? Вы не волнуйтесь, пожалуйста, проблема бюрократического характера. Понимаете, в связи с тем, что вызов платный, вам нужно было расписаться в карточке вызова. Ну, знаете, это нужно для отчета Минздрава, для налоговой, ну, у нас такие правила. Вот, понимаете, а ваша подпись в карточке отсутствует. Ну, я не знала. Да, конечно. Платные вызовы – это новшество для государственной больницы. И у нас могут возникнуть проблемы по отчетности, поэтому... Может быть, вы подскажете, когда вам будет удобно, чтобы я подъехала к вам и получила эту подпись? Нет, спасибо. Может быть, я сама приеду к вам. Может быть, завтра утром? Но это неудобно. Госпожа Гришко, я готова приехать к вам в любое время суток. И это не составит для меня никакого труда, поверьте. У меня муж возвращается завтра. Я бы не хотела, чтобы он узнал. А, вот в чем дело. Тогда мы ждем вас завтра в больнице. До свидания. Большое спасибо. Да, и вам тоже большое спасибо.